около 30 человек, преимущественно представители левых и пророссийских движений, вышли на площадь Свободы протестовать против войны в Сирии. Активисты сообщили, что таким образом они хотят поддержать подобные акции в других городах и выразить свое негодование Америке. Двух мнений у пикетчиков не было. Именно США является агрессором в ближневосточном конфликте. Их обвинение Башара Асада в использовании химического оружия не выдерживает никакой критики. А начать интервенцию они хотят только ради господства в регионе. Никакое оружие массового поражения не найдут. Есть конкретная позиция, которую сказал сегодня президент Путин. Покажите, давайте разберемся, что это действительно так, и мы первые будем в этом ряду с Америкой наводить порядок. Но если вот такая какая-то, знаете, эйфория, то говорит о том, что завтра применять будут к нам. Причина всех войн и этой войны – это империалистическая Америка, а именно глобальная капиталистическая система. И мы выступаем против империализма и против капитализма. За социализм. Только при социализме, как мировой системе, может быть справедливое общество без войн. Хотелось бы, конечно, чтобы не только сирийский народ нас услышал. Они знают, что мы их поддерживаем. Но нам очень хочется, чтобы нас услышали оппозиционеры, которые убивают, грабят. Сейчас, правда, освободили Маалюля, святыня христианства. Они захватили монахиню, захватили деток. Все. И это называется оппозиция. Это просто бандиты. Интереса у харьковчан протестующие не вызвали. Однако пикетчики уверены, с помощью интернета и СМИ об их поддержке узнают сирийцы. А депутаты облсовета доведут их позицию до президента Украины. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».